Ну, Рик, скажи, а что бы ты сделал, если бы у тебя был бы миллион долларов? Миллион долларов? Ну, я бы, наверное, сначала купил бы коттедж, большой коттедж, потом хорошую тачку, Rolls-Royce, может быть. А на остальные все деньги вложил бы в бизнес. А мои 2000 деньги не вернул бы? Ну, там, видишь, все деньги в обороте же будут, в бизнесе же. А ты знаешь, я четко работаю, я с бизнеса не вытаскиваю. И если я там вытащу, система поменяется. Поэтому, наверное, я сначала вышел бы в доход, а потом уже с первых доходов я постепенно уже, может быть, там по 500 тенге, по 300 возвращал.